Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Продолжаю сборку и покраску модели ГАЗ-М1 от фирмы «Звезда». Хочу, конечно, сказать, что эта часть у меня не запланированная. Но общался с людьми, они попросили снимать по возможности все. От начала моих косяков, также от косяков производителей. Ну, и хочу показать сразу вам свой косячок. Не знаю, как это у меня получилось. Но когда делал фильтры, немножко я с фильтром переборщил, начал отмывать. И как-то получилось так, что я нечаянно царапнул модель. И вот такая довольно неприятная царапина получилась. Конечно, каждый бы из нас сразу бы расстроился, что вот уже такой покрасочный этап прошел, уже все пошло так. И тут на тебе. Такой косячок выскочил. Но я хочу вам сразу сказать, не расстраивайтесь, никогда не пугайтесь, если что-то у вас не получается. На ошибках учатся. И поэтому покажу вам, как я буду устранять свой вот этот маленький косячок. Заливаю краску размешанную. Ставлю аэрограф на маленькую подачу. И начинаю потихоньку задувать свой косячок. Но предварительно, конечно, нужно сделать маски, чтобы камуфляж не задуть. И немножко воздухом подсушивать. Подсушиваю воздухом. Потом беру опять маленькую подачу, включаю. И опять отдуваю. Ну, краску, конечно, желательно пожиже развести, чтобы именно так вот попадало для задувания. И заодно рядышком тоже пройдитесь, чтобы не было отличия потом по цвету. Вот. Вот так вот боремся со своими косяками на моделях. Так что говорю, если что-то когда-то у вас не получается, никогда не бойтесь, не пугайтесь. Все можно исправить. Даже иногда бывали более такие непростительные косяки. И то можно модель сделать более грязной. Можно закрыть, спрятать этот косяк. А если модель готовится на диораму, так я вообще считаю, на диораме можно сделать все, что хочешь, вплоть даже если вы где-то нечаянно схватились там рукой за ту же крышу и остался какой-то там след. Всегда можно сделать на модель багажничек. В этот багажничек положить какие-нибудь канистрочки, запасные колеса, тросы, ящики. И этим самым как бы вы придадите красивый вид модели. Ну и также закроете свой косяк. Поэтому я думаю, этим видео я кому-то помог, а то некоторые сразу ребята там в панику впадают, чуть ли не в модели не выкидывают. Никогда не надо расстраиваться. Спасибо за просмотр, продолжаем дальше.